Вы знаете, почему мячики для тенниса желтые? Потому что именно этот цвет лучше всего видно по телевизору. Оказывается, раньше ракетка для большого тенниса была меньше, площадь увеличили, чтобы удобно было отбивать мячи с обеих рук. Сильней стал и удар. Множество таких ракеток, а также вещей, принадлежавших именитым спортсменам, можно будет увидеть в Иркутске в ближайшее время. 18 числа у нас начнутся игры Кубка Дэвиса. Сейчас полным ходом идет подготовка. Выставляют дополнительные сиденья. Зал будет способен вместить 3500 зрителей. Закончен и прием волонтеров. Обязательным условием стало знание итальянского языка. Всего работать на масштабном спортивном мероприятии заявили желание 300 человек, но выбрали 60 самых подходящих. Сейчас волонтерам объясняют, что и как нужно будет делать. Очень важно, чтобы они были хорошо подготовлены, ведь компетентность помощников – одна из составляющих успеха соревнований.